Привет всем добрым людям, с вами Елена, на своем канале «Мой сад. Воплощение мечты своего сада» совместно с садовой мастерской, с садовой лавкой Kew Garden. Продолжаю вас знакомить с товарами в этом новом совместном осеннем заказе на садовый декор. И еще один лот, на котором я опять же настояла, это вообще одна из первых позиций у нас в нашей мастерской, это вот такая стрекозка. Вообще изначально эта стрекозка была одной из ног для опоры конструктора. Вот в данном случае как раз этот вариант и показан. Опора-конструктор, вариант с паутинкой для пиона. Здесь у меня растет пион, который прекрасно на этой паутинке цвел в этом году. И вот одна из ножек – это вот такая стрекоза. Но также было задумано изначально, и, в общем-то, оно так и получилось. Эта стрекоза стала самостоятельным изделием. Это ножка. Но пока она у нас так и называется – нога со стрекозой. Для истории, да, почему именно нога. И вот эта стрекозка стала самостоятельным изделием, и ее заказывают как декор и ставят в своих садах. Накопилось уже много фотографий красивых с этим изделием. И вот это изделие сейчас в совместном заказе. Ссылка под видео. Все, друзья мои, выращивайте сады, выращивайте цветы. Вон какой у меня очиток. Будь то железные, будь то настоящие. Главное, чтобы это приносило счастье. Все, друзья мои. Обнимаю, ваша Елена и садовая мастерская, садовая лавка Kew Garden.